Всем привет! С вами Сафронова Ольга. И, наконец-то, я собралась рассказать вам о нашей новой программе в компании New Level – новая волна роста. Итак, цель этой программы – рост дохода консультантов и лидеров по ступеням маркетинг-плана. Все участники знают прекрасно, что хочется гораздо больше, и у вас есть такая возможность, если вы включитесь в активную деятельность, возьмете все инструменты от компании, которые она дает для прохождения этой программы, включите собственный самоконтроль и, конечно же, войдете в команде со своим наставником и со своими партнерами. Чем больше ваша команда, тем удваиваются или утраиваются ваши возможности продвижения в этой программе. Участвуют несколько стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Украина, Россия, Азербайджан, Таджикистан, Молдова, страны Европы, Узбекистан и Монголия. То есть вы можете подключить ваших родственников, знакомых, которые проживают в этих странах, к этой программе. У нас с вами есть маркетинг-план. Но не секрет, что вознаграждения здесь малы и уже не мотивируют. Многим неинтересно начинать, получая такие маленькие вознаграждения. Мы тоже об этом много раз говорили в компании, и именно поэтому была наконец-то создана новая программа, которая позволит консультантам получать гораздо больше вознаграждения при переходе со статуса на статус по маркетинг-плану. Вы видите, что здесь на каждый переход даются карточки. Одна карточка 300 рублей стоит. При первом переходе с 3 на 6% дается 3 карточки, то есть консультант получает дополнительно к 180 900 рублей. При переходе с 6% на 9% дается 6 карточек, 1800 рублей получает консультант. При переходе с 9% на 12% уже 12 карточек получает, 3600. С 12 до 15% 15 карточек получает, 4,5 тысячи рублей. На 19% на 5700 и на 23% уже получает консультант 50 карточек на 15 тысяч рублей. Вы эти карточки можете использовать как вам хочется или для оплаты собственных заказов. Один заказ можно оплатить одним промокодом от 1500 рублей. То есть, если сделаете 5 заказов, можете 5, допустим, промокодов использовать. 5 заказов от 1500. Но эти заказы лучше использовать для приглашений, для рекрутинга. Очень понравились итоги социальной акции, когда вы приглашали людей на 500 рублей. И людям было интересно, и вам было интересно. И вот этот опыт компания решила внедрить сейчас в этой программе. И вам даются эти карточки именно с расчетом, что вы будете приглашать людей строить свою команду и таким образом будете совершать переход по ступенькам маркетинг-плана. От ступеньки к ступеньке все больше и больше вам дается карточек. Обращаю ваше внимание, что при активном участии вашем от наставника будут вам добавляться еще бонусы, которые вы также можете использовать или для себя, или для рекрутинга. В любом случае, это будет для вашего роста. Также для сопровождения, для вашего быстрого роста у вас будет сопровождение в виде видеоинструкций, которые даются на каждую ступень маркетинг-плана, свои видеоинструкции. И они будут открываться по мере достижения соответствующей ступени по маркетинг-плану. Будут домашние задания, которые нужно будет выполнять. И они не сложные, они не занимают много времени. Мы с вами во всем разберемся. Я захожу вместе с вами. Всем буду помогать, подсказывать. Вместе это делать гораздо легче и веселее. Вспомните,
видите нашу социальную акцию, как мы дружненько ее отработали. Люди и заработали, и потусовались, и мы молодцы. Вот это же самое нужно будет сделать только для собственного успеха, для собственного роста и развития уже по ступеням маркетинг-плана. Ну, давайте пойдем дальше. Что мы видим? К нашему маркетинг-плану, к доходу, который мы получаем от маркетинг-плана, добавляются еще суммы. Это то, что человек может получить, вошедший в эту программу, дополнительно в виде промокодов и использовать эти деньги по собственному назначению. И к этим деньгам вы можете еще прибавить бонусы от наставника, которые будут при вашем активном участии за своевременное быстрое выполнение домашних заданий, за рекрутинг, за рост по маркетинг-плану. Дополнительно вы будете получать еще бонусы и от наставника. Ну как, уже веселее при такой картинке? Кому такие суммы нравятся? Давайте посмотрим подробнее. Участие в программе возможно только после покупки билета. От 3% до 9%, то есть наши новички в маркетинг-плане, покупают билет со скидкой 90% всего за 200 рублей. Консультанты с уровня 12% до 23% без закрепленного звания директор покупают билет за 80%, это за 400 рублей. А директор в закрепленном звании и выше могут войти в программу, заплатив полную стоимость 2000 рублей. Билеты покупаются в услугах, и название артикулов так и будет звучать. Программа Faberlic Level от 3 до 9% 200 рублей, от 12 до 23 400 и директоры выше 2000. Доступ в программу будет возможен с 16 каталога, так что пока готовимся, собираем команду и в 16 каталоге все дружненько заходим по итогам 15 каталога. Какой процент по маркетинг-плану у вас будет на тот момент? Но важно, чтобы это было не менее 3%. Вход в программу возможен только с 3%, а это значит 50 баллов личного объема не меньше и не менее 100 баллов группового объема. Важно! Если консультант, который ранее не входил в маркетинг-план, то есть или не делал 50 баллов, или не делал групповой объем 100 баллов, до 30 ноября включительно должен сделать 50 баллов личного и 100 группового, чтобы с 1 декабря, чтобы войти в эту программу. Лидер, ранее закрывавший звание директор, но до данный момент находящийся в статусе ниже директора, участвует в программе согласно статусу на момент приобретения билета. То есть, смотри, пункт 1 называется. Если кандидат в директора заходит в программу, то он участвует в программе также согласно статусу на момент приобретения билета. Директор с закрепленным званием и выше участвует в программе в качестве наставника для нахождения в едином информационном поле и для сопровождения своих лидеров до консультанта. Получает доступ на все видеоинструкции, поэтому я захожу вместе с вами, буду вам помогать. Для вхождения в программу звание участника фиксируется. Если билет приобретен в 16 каталоге, звание фиксируется по итогам 15-го. Если билет приобретен в 17 каталоге, то звание фиксируется по итогам 16 периода. Кому непонятно, что в этом моменте, пишите, будем разбираться индивидуально. Итак, еще раз про условия получения промокодов. Промокоды консультант получает после перехода на следующий уровень маркетинг-плана. Если вы перешли с 3 на 6%, вы получаете 3 промокода на 900 рублей. Если вы перешли на 9%, вы получаете 6 промокодов на 1800 рублей. Если вы перешли на 12%, получаете 12 промокодов на 3600 рублей и так далее.
На 15% вы получаете 4500, если вы перешли в момент проекта на 15%. Если вы в момент проекта перешли на 19%, вы получаете 5700 промокодов 19 штук. И если вы в момент проекта перешли на 23%, выросли, то вы получаете 50 промокодов по 300 рублей на 15 тысяч рублей. Кандидату в директора для получения 50 штук промокодов необходимо 2 раза подтвердить звание директор в рамках действия программы. И после подтверждения 2 раз звания директор в рамках программы кандидат в директора получает двойной бонус по закрытию. То есть 55 тысяч директор получает 2 раза. Директор в закрепленном звании не получает промокоды в рамках программы, но он имеет возможность самостоятельно приобретать промокоды в разделе «Услуги» для поощрения своих консультантов своей личной группы. Что я вам и буду делать. Если кому-то нужны будут дополнительные промокоды, сверх того, что вы получите от компании и от меня, то через меня можно будет их приобрести. Опять-таки говорю, что это очень хороший ход для рекрутинга, для приглашения новых консультантов в вашу команду. При переходе через несколько ступеней за консультантом закрепляется право получить промокоды за каждую ступень маркетинг-плана. Например, если в 16-м периоде лидер вошел в программу в статусе 6%, а в следующем периоде он достиг 15, то, соответственно, по итогам 17 он получит все промокоды и за 9, и за 12, и за 15% суммарно. Промокод 1 стоит 300 рублей. Использовать их можно будет в своих заказах, списывать в оплату в заказе от 1500 рублей. Или дарить человеку при регистрации. Но человек должен тоже будет сделать не менее 1500 рублей. У него также спишутся 20% и минус 300 рублей еще в виде промокода от вас. Личное использование промокода возможно при выполнении определенной суммы. Но 1500 рублей это я уже сказала. Как получить двойной бонус директора, это тоже я уже сказала. В течение программы нужно 2 раза подтвердить звание директор. За вами закрепляется бонус 1 раз 55 тысяч. И потом, когда у вас закончится период, еще сколько осталось вам из 8 положенных подтвердить звание директора. У нас вот 2 человека уже 4 раза подтвердили. Татьяне и Алене осталось еще 4 раза подтвердить звание директора, в том числе и по этой программе. И они могут получить 110 тысяч. Так что за этот период могут многие закрыть это звание, используя все шансы, все инструменты, которые дает компания. И директоров у нас может быть не 2, а гораздо больше. Поэтому стараемся все, берем все, что дает компания. Если кому-то нужна помощь, обязательно пишите мне, я всегда помогу. Вместе мы сила. У нас будут, еще раз повторяю, доступы к видеоинструкциям, которые открываются по мере достижения соответствующей ступени маркетинг-плана. У вас будут домашние задания, которые носят рекомендательный характер, и все участники, которые будут выполнять домашние задания, будут участвовать в рейтингах региона. Домашние задания будут публиковаться, если хотите, в соцсетях, если не хотите, просто на сайте ставите галочку, свою ссылочку, что вы выполнили это задание. И оно нигде публиковаться не будет, просто что для участия в рейтинге нужно поставить галочку. А по ссылочке наставник может пройти и проверить ваше домашнее задание. Домашнее задание нужно публиковать с хэштегом #NefLevelFaberlic. И они будут отражаться на сайте с возможностью перехода по ссылке, чтобы можно было проверить ваше домашнее задание. Вот такая вот сложная система у этого проекта.
территория развития, в которой будет телеграм-канал, в который будут включены все участники для поддержки, для обмена опытом, для новостей, много для чего еще. Будет сайт, на котором будут выкладываться домашние задания, рейтинги. Вы будете видеть, как развиваются, растут ваши коллеги-партнеры. Будут финальные офлайн мероприятия в каждом регионе. И это будет очень-очень интересно. Будут промежуточные подведения итогов, будет итоговый потом. Те, кто пройдут до конца за время программы и выйдут на 19 или 23%, кто зайдет на уровнях ниже, могут попасть при хороших показателях в рейтинге, даже могут быть приглашены на бал в Москве. Поэтому стоит стараться для того, чтобы быть приглашенным на бал в Москве. Что мы делаем? Нужно использовать все возможности прохождения в программе. Поэтому первое, что мы делаем, считаем, сколько вы хотите заработать дополнительно за время программы. Делаем анализ ваших возможностей. У кого есть структура, определяем потенциальных участников, с кем вы можете зайти в эту программу. Предложить можно и новичку, который еще не сделал ни разу 3%. Если он до 30 ноября сделает, он может включиться вместе с вами в программу. И те, кто идут по маркетинг-плану, неважно на какой ступени они находятся, на 3%, на 6%, на 9%, на 12%, на 15%, на 19%, упавшие директора, незакрытые директора, кандидаты в директора, те, кто ушли в другие компании, походили, поблудили, их можно вернуть обратно, показав им возможности с этой программой. Координаторы, те, которые были активны во время социальной акции, их тоже нужно пригласить, показать им вот эту замечательную возможность. И обязательно нужно сделать индивидуальное планирование с наставником. Кто хочет, пишите мне в личку, назначим время, выберем стратегию, по которой будем развиваться, и пойдем дружненько одной большой командой зарабатывать деньги, покорять вершины. Что делают наставники? Если вы заходите с командой, то первое, что нужно вам сделать, определить участников. Повторюсь, еще раз посмотрите, кого вы можете пригласить с собой. Донести информацию до структуры целиком. Через сегментированные участки сделать персональное предложение каждому. Наставник заходит в программу одновременно с первым зашедшим участником из структуры. Изучить также все материалы, также делать домашнее задание, проверять домашнее задание у своих партнеров, которые с вами зашли. Составляем персональную траекторию развития для каждого участника и обязательно договариваемся, как отпразднуем победу. Это первым делом. Определяем точки контроля, в каком каталоге мы хотим достичь какого результата, и действуем согласно траектории. У нас в программе действует лозунг: в любой непонятной ситуации звони наставнику. Ну, есть уже было много ответов, много вопросов. Можно, если у вас какие-то есть вопросы, пишите. Я отвечу на все ваши вопросы, не буду сейчас больше ничего пока говорить, переваривайте. Но скажу одно, что программа классная. Такой программы точно больше не будет, такой возможности. Если сейчас вы в эту программу не войдете, не используете ее, то так и останетесь сидеть на том уровне, на котором и были. Довольствоваться теми деньгами, которые были. Но это, конечно, никому не интересно. Поэтому здесь даже думать нечего, надо заходить. Это будет несложно. Это будет, наоборот, в команде весело, драйвово. Сделали домашнее задание, пошли дальше. Это все можно делать, живя своей жизнью, мимоходом. Кто работает
это не будет мешать вашей работе, это не будет мешать вашей семейной жизни. Просто немножечко смените градус для достижения своей цели. Но если у вас действительно есть цель, то с этой программой вы 100% сможете ее достигнуть. Поэтому входить нужно однозначно. А там война план покажет. Все, девочки, жду ваших вопросов, жду ваших заявок на определение стратегии развития. И входим в 16-м каталоге. Все дружненько в программу. Все, люблю, целую. С вами была Сафронова Ольга. Пока-пока.